Начнем мы действительно с литовцев, среди которых попадаются русские. Впрочем, мы с ними уже знакомы, когда-то встречались в одной из программ джаза. Не только это великолепные музыканты, просто у них так много граней, что мы решили раскрыть еще одну. Valeu.
Сегодня в Ле-клубе удивительный совершенно концерт. Приехали музыканты из Литвы. Но Литва от всех прочих территорий бывшего Советского Союза отличается тем, что туда, как говорят, занесли джаз наши люди. Русские, ну, российские, по крайней мере. Это был трио Ганельна в свое время. Дальше пошла школа Владимира Чекасина, и практически все музыканты, которые есть в Литве, а там великолепные музыканты, они происходят из этой школы, кроме одного музыканта. Олег Малакоедов по возрасту не попал в эту школу, но стал соратником Владимира Чекасина. Это замечательный пианист, кроме того, журналист. Вот он сидит рядом с нами, и видно по его лицу, насколько он доволен жизнью. Правда это? Конечно, доволен, конечно. Быть соратником Чекасина, его единоверцем, это хорошо. А что происходит с джазом в Литве? Потому что контакты-то у нас как-то редки стали в последнее время. Что с джазом происходит? Джаз живет. Литва по-прежнему считает себя самой джазовой страной на территории на территории всех новых государств. Ну, вот. Но знаете, что вот происходит интересно? Значит, в общем-то, Литва, она все время ориентирована была на европейский джаз, такой более свободный. А потом, когда наступили новые времена, то пришлось играть мейнстрим, учиться играть мейнстрим. А почему это пришлось сделать? Ну, потому что новые предприниматели сказали нам, мы хотим вот именно такой музыки. Нам эти ваши завороты не ваши нужны, ваши проекты, да? Нам не нужны. Ну, креативная музыка все-таки осталась в Литве? Да, безусловно. Скажи, пожалуйста, несколько слов об очаровательной Неде Малановичуте, которая, в общем, знает публика московская, но я думаю, что все-таки недостаточно. Тем более, что ее не все грани, по-моему, раскрыты. Она ведь и инструменталистка, и певица. Но она сюда приезжала, насколько мне известно. Она приезжала сюда с таким тромбонистом Пилибаевичусом. Витаутасом. Вот они выступали даже на сцене вот, Московской консерватории. Да, и в зале Чайковского, они тоже выступали. Да. Вот. Но она именно этой гранью здесь показалась. Потому что в те времена, когда можно было по-всякому себя показать, она еще была совсем маленькой девочкой. Вот как мы себя показывали там в разных представительствах. Ну, ты никогда не был маленьким мальчиком. Когда ты был маленьким мальчиком, говорят, ты играл на аккордеоне, это я правда? Я маленьким мальчиком не был, на аккордеоне не играл, все.